В наши информационные центры стекаются данные со всего мира. Кейн и Линч не щадят никого. Неужели в них не осталось ничего человеческого? Откуда в них столько злобы? Ведь их родители приличные люди. Привет, я Йенс Питер Куруп, я руководитель проекта «Кейн и Линч. Смертники». Я расскажу вам, как мы делали эту игру, и попытаюсь вам объяснить, почему у нас два главных героя, и как вообще мы дошли до такой жизни. Это история о двух обычных, в общем-то, людях, которые разрушили свою жизнь. Причем они исковеркали ее настолько, что уже не могут вернуть все обратно, как бы они ни пытались. Все, что они делают, еще глубже загоняет их в угол. Кейн и Линч — конченые люди, и что бы они ни делали, они обречены. Я не собираюсь выслушивать твои бредни. Кейн и Линч — не первая наша игра. До этого мы сделали пригоршни игр про Хитмана, как вы наверняка уже слышали. Из Хитмана мы взяли жадность и прочие человеческие пороки. Сделали игру чуть более зрелой и более реальной, что ли. Мы быстро смекнули, что игра получается очень брутальной, бесчеловечной. Нужно было объяснить, почему Кейн и Линч ведут себя подобным образом. Но как заставить игрока поверить в это? Нужно было придумать образы людей, которые были бы способны на такое безумство. Вот, например, этот парень не совсем то, что нам было нужно. Молодой, слащавый, весь такой себя правильный. Разве он похож на того, кто находится на грани отчаяния? Нам нужны были жадные персонажи, грубые и жестокие. Кстати, когда мы только начинали работать, у нас был лишь один главный герой — Кейн. А Линч просто околачивался где-то в сторонке, то появлялся, то исчезал. В общем, обычный второстепенный персонаж. Но он так и норовил постоянно влезть в сюжет. Каждый раз, когда мы садились писать сценарий, чувствовали, что чего-то не хватает. Некому было составить Кейну компанию, ответить резким словцом. В итоге стало очевидно, что без второго ключевого персонажа не обойтись, и Линч отлично справился с этой ролью. Форменный псих. Мы могли бы и в отель зайти для начала. 12 часов на этом долбанном самолете, у меня шея отваливается. Кончай ныть, нам тут еще целую ночь торчать. Ныть я не ною, просто не люблю, когда меня игнорируют. Ты хоть можешь мне сказать, откуда она возьмет этот кейс? Или ты сам не знаешь? Просто делай, как я скажу, и он будет у нас. Только заткни свое хлебало. Не забывай, ты все еще передо мной отвечаешь, ты ублюдок зазнавшийся. Да расслабься ты, нет у меня ничего. Играешь и отчаянно пытаешься понять, что же руководит этими ребятами, что вынуждает их идти на такой риск. Вот, мать твою, не выношу высоты, и как меня угораздило на это согласиться. Да не дрейфь, еще немного и кейс наш. Ритамото и писнуть не успеет, как мы его пристрелим. Как скажешь. В такой игре, как Кейн и Линч, огромную роль играет музыка. Она все время меняется в зависимости от того, что вы делаете и что происходит на экране. Еще очень важная тема Кейна. Она не написана для какого-то определенного момента, она проходит красной нитью через всю игру. В ней отражается все раскаяние этого человека и его тоска по семье, которую он потерял. Эта тема периодически возникает по ходу действий, хотя игра очень жестокая и кровавая, такая музыка позволяет сделать игру и сам образ Кейна более человечными. Действия Кейна еще хоть как-то можно оправдать, но Линч не вызывает никакого сожаления. Хотя на самом деле они оба порядочные ублюдки. Они не могут нравиться, эти люди не вызывают никакой симпатии. Но за них, черт возьми, ты переживаешь. И этого мы и стремились добиться. Это место выводит меня из себя. Выпей свои таблетки и уймись. Принял последний еще в самолете. Ненавижу летать. Твою мать, идиот, подержи себя в руках хоть несколько минут. Да все в порядке, просто бесится. Твою мать, ненавижу этих потных ублюдков. Да где же этот гребаный офис? Наверху, а ты заткнись. Ты козлина, только о себе думаешь. Кейн и Линч — это настоящий нон-стоп. Все время бежишь куда-то, прячешься, палишь без разбору. Но вместе с тем это сюжет достойный Голливуда. Настоящий вызов для разработчиков и настоящий праздник для игроков.
Отпраздновать это торжество насилия вместе с нами мы пригласили эксперта. Как он повеселился, мы узнаем после рекламы.